сама слова «Спасибо героям» читает Дарья Смогло, ученица 3-го Б-класса, Центр детского творчества «Биг Трыш». Спасибо героям, спасибо солдатам, что мир подарили тогда, в 45-м. Вы кровью и потом добыли победу, вы молоды были, сейчас уже деды. Мы эту победу вовек не забудем, пусть мирное солнце сияет всем людям, пусть счастье и радость живут на планете, ведь мир очень нужен взрослым и детям.